В Заречном празднование Дня России, несмотря на молодость этой даты, уже обрело традиции проведения торжеств. Основная их цель – показать единство и мощь державы. А потому главные действующие лица государственного праздника – представители военных, силовиков, руководители муниципалитета. Великая страна, великий народ. На долю нашей страны и нашего народа выпало столько испытаний, столько невзгод. Но все мы вместе с вами с честью перенесли все тяжести и все те испытания, которые приходились на нашу страну, на наш народ. Я вас всех поздравляю с столь великим праздником. Желаю вам мира, добра и благополучия. Наша история знает и взлеты, и падения. Но только сообща мы можем преодолеть и сложности, и стать великой. И именно поэтому так важно, чтобы нынешний праздник объединил всех нас. Чтобы наша Россия стала той великой державой, которая была всегда. На праздничном мероприятии почетными грамотами главы администрации наградили лучших сотрудников войсковой части 3473, управления гражданской защиты и представителей ряда общественных организаций. Особых почестей на главном государственном празднике были удостоены две многодетные семьи. В День России по традиции на главной площади города приняли присягу солдаты-новобранцы войсковой части 3473. Самым зрелищным эпизодом праздника были демонстрационные выступления силовиков. Спасатели помогали пострадавшему в ДТП, эвакуировали человека с крыши девятиэтажного дома. Пожарные удивили возможностями специализированной техники. Сотрудники ДПС показали мастер-класс по фигурному вождению автомобиля. В завершении праздника перед зрителями выступили творческие коллективы Заречного. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».